Это полуфинал Кубка России сезона 2019 года. 2-0 пока что в пользу коллектива из Москвы. Тот же момент. Рябко едва не забил. Абаженов получает повреждение, но при этом пока что игра продолжается. Остается Баженову. Лицом он отбивает сейчас. Конечно же, мог и песок попасть, естественно, Павлу, и сам удар был неприятный. Андрей.